Расскажи, что такое чудеса? Чудеса – это то, что тебя окружает, и не что ты видишь. Ты должен это почувствовать и понять. В глубине души ты думаешь, что этого нет, но если поверить, все ты поймешь. Если ты не можешь думать или не знаешь, и думаешь, что этого не существует, надо только поверить, и все преграды, ну, не знаю, все преграды просто уйдут из твоей жизни, и ты сможешь жить спокойно, если ты поверишь хоть чуть-чуть, жизнь твоя изменится намного больше, чем ты думаешь. А кто все чудеса делает, Елиса? Бог, Господь. Надо... Вот есть чудеса, это что, это надо почувствовать, не надо этого чувствовать, и не надо этого видеть. Надо просто понять то, что они существуют. А как это понять? Надо просто поверить. Вера – самое главное в жизни. Если не поверишь, ничего не будет. Поверишь, все сбудется. Вера – это главное. Вера – это главное, и добро тоже не помешает. А вера без добра невозможна. Да, вера без добра невозможна, ты права. А если вот не поверишь, все, ничего и не будет. Так что надо поверить, и все в жизни будет. Точно. Отлично.